Где-то подкрасить, где-то настроить проводку, а по большому счету школа готова. На третьем этаже уже расставляют парты в кабинетах, а на следующей неделе установят интерактивные доски. Единственное, к чему нужно приложиться строителям, это спортзал. На улице идет покрытие футбольного поля специальным газоном, который трудно вытаптывается. Такого нет даже на стадионе Саяны. Еще нужно установить некоторые спортивные снаряды и закончить с освещением территории. Напомню, строительство школы на 1000 мест началось еще в феврале 2017 года. Возводит город ее в основном за счет федеральных средств. Стоит все 825 миллионов рублей. Город планировал сдать лицей уже к 1 сентября, но срок, возможно, изменится. Поставка оборудования у нас несколько задерживается. Я напомню, что данный объект, начиная с нового года, 4 месяца не финансировался, и подрядчик осуществлял строительство за счет собственных средств. Поэтому у нас такая небольшая задержка. А по соглашению, которое у нас заключено с Министерством образования, данный объект должен быть сдан не позднее 1 января.